Первая красавица Московского района. Конечно же, речь идет о новогодней елке. Именно она собрала москвичей у Дворца культуры. Гостей праздника в этот вечер ожидало много сюрпризов. Для них сама матушка зима спустилась с небес. Ничего, что по пожарной лестнице. Несмотря на то, что открытие елки уже стало традицией, такого жители района еще не видели. Каждый год концертная программа радует своей оригинальностью и неповторимостью. Но этот год произвел фурор. Я очень рад, что эта традиция уже прижилась. Я очень рад, что с каждым годом все больше людей сюда приходит. Я очень рад, что мы ищем новые сценарные решения, которые не копируют главную елку города. И сегодня, как я как глава администрации, просто счастлив, что наша команда работников администрации, культуры, Дворца культуры профсоюзов подарила людям праздник. Что такое хороший праздник? Это хорошее настроение, это желание работать, желание чувствовать себя брещанином, горожанином, желание делать все возможное для нашего замечательного города. Какой же Новый год без Деда Мороза и его внучки Снегурочки? Ни одна елка еще не засияла без их волшебного «Елочка, гори». Два, три, елочка, гори! Как и любая красавица, зажглась елочка не сразу, а немного покапризничала. Но когда ель засияла, эмоции москвичей зашкалили. Еще бы, ведь теперь чудо в новом году обязательно произойдет. Здорово, праздник такой весело, здорово, очень по-детски. Ну и как-то очень празднично, ну что сказать. Все хорошо было, красиво, запомнила салют, открытие елки, Дед Мороз. Известно, 2014 год – год лошади. Именно это благородное животное должно принести удачу всем, кто в это верит. Но о том, что на открытии елки можно будет кататься на настоящих лошадях, никто и не подозревал. Самые смелые брещане воспользовались такой возможностью и прокатились. На удачу! Очень все было хорошо, очень здорово, весело, хорошие танцы, салют просто супер, елка красивая, ребенок рот прям открыл, смотрел, ну я тоже в принципе. Вот. Ну нам понравилось, очень. Больше всего запомнился салют, эмоции, зажигали, танцевали, очень интересно. Никогда не было так интересно, вообще супер. Нет, лошади понравились? Да. Хотела бы на лошадке покататься? Ну да. После завершения концерта еще многие брещане не расходились. Им было уютно и весело возле главной зеленой красавицы района. Еще бы, ведь именно эта ель – главный символ новогодних чудес жителей Востока.